Привет! Сегодня у нас на операционном домкрат ромб Honda The Power of Dream. Этот атлет берет на грудь 600 кг, нам это подходит. Остался он у меня Honda, было их 3, а домкрата 2. Немного переделаем. Производитель Rikinkaki Ltd. 20 лет назад и не догадывался, что так можно переделать. Будем разбирать, откуда начнем. Отсюда? Ладно. Так-то лучше. Всего 10 литров бензина. И резьба чистая. Шутка, конечно. И так всегда. Один шарик уже в ведре с мусором. Отпилим набалдашник. Теперь возьмем гайку на 17. Здесь мы оставили сварку, которая была приварена. Приварим гайку сначала изнутри, полностью заплавим все пространство. Теперь обрежем лишнее. Так получилось. Теперь бы с этим еще что-то сделать. Дадим туда смазки для подшипников немного. Думаю, достаточно. Здесь намажем прозрачной смазкой. Я такой домкрат просто увидел в магазине, даже видео записал. Подумал, реально круто, сделаю себе такой. Кстати, есть у меня был домкрат. Без ручки валялся. Теперь затестим. Ну что ж, давайте проверим, за сколько времени справится гидравлический домкрат. Это у нас старт. Есть. Кстати, кто там спрашивал, работают ли резинки, те, что я чинил, все работает до сих пор. Шестнадцать секунд. Правда, эта сволочь лупит ударами. Но есть запасной вариант, так как оно мне побьет всю резьбу своей силой. Я думаю, многие из вас видели вот такие насадки. Шестигранник и переход на квадрат. 1/2. Есть все размеры. Средний квадрат, маленький квадрат. Вот такой вариант. Возьмем обычную дрель.
финальный тест. Хороший был домкрат. Вот этим переходником на дрель я поднимал меньше, чем за 10 секунд. Мне так это понравилось, что я решил попробовать вот этим. Я ушатал резьбу. Просто ее сдолбило. Это же сырой материал. Больше нет домкрата. Вот этим можно было крутить в штатном режиме очень много раз. Это очень упрощает работу. Но так как я мастер превращать вещи из годных в негодные, иногда наоборот, так что так получилось. Отправим его там, где взял, на свалку. А вам удачи, до новых встреч, пока!